Один за всех и все за одного. Военно-спортивные соревнования в преддверии Дня защитника Отечества прошли сегодня на площадке Дворца детского и юношеского творчества. Преодолеть себя и показать командный дух собрались десятки команд из различных школ города. Участники прошли два этапа марш-броска. Определение вопрос, насколько накладывается жгут зимой и летом по времени? Летом на два. Летом, так, зимой. Зимой начало себе 30 минут. Наоборот. Летом начало, зимой 30 минут. Первый тропа разведчика, на которой школьники продемонстрировали свои умения в прохождении военизированных этапов. Второй – познай себя. На практике дети показали знания теоретического материала. Чтобы финишировать, участникам пришлось преодолеть 14 испытаний тактической игры и не оставить своих товарищей на поле боя.